Уважаемые коллеги, онкологическая конференция «Белые ночи» сегодня узнаваемое и ожидаемое мероприятие. С моей точки зрения, исключительно полезное, потому что она претерпела определенную эволюцию, перейдя от формы монопрофильного изучения рака молочной железы до глобальных задач, которые сегодня есть в онкологии. И сегодня эта конференция, по сути, некая международная конференция, посвященная актуальным вопросам онкологии, на которой мы будем демонстрировать мастер-классы наших ведущих специалистов. Мы будем общаться с лекторами с дальнего зарубежья, выдающимися нашими профессионалами из Японии в том числе. Я думаю, что результаты этой конференции незамедлительно скажутся на работе наших коллег во всех наших регионах. Я приглашаю вас принять участие в этой конференции, потому что это интересное, новое, высокотехнологичное мероприятие, которое послужит благим делам нашего дела.